Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся выполнять вогнутый или его еще называют изнаночный столбик. Прием выполнения этот называется за работой. Выполняем накид на крючок и вводим крючок, обратите внимание, с обратной стороны, захватывая столбик предыдущего ряда. Давайте я переверну. Вот так. Хорошо видно. Еще раз вот так захватываем наш с вами столбик. Вытягиваем рабочую нить и провязываем вогнутый столбик с одним накидом. Давайте еще раз провяжем. Выполняем накид на крючок. Вводим крючок под столбик предыдущего ряда. Захватываем рабочую нить вытягиваем, провязываем петелечку нашу и накид, и 2 петли. Мы с вами выполнили вогнутый столбик с одним накидом, его еще называют изнаночным, прием работы называется за работой. Давайте еще повторим и выполним 2-3 таких столбика. Вводим крючок, захватываем столбик предыдущего ряда, вытягиваем рабочую нить и провязываем. Провязали. Опять делаем накид на крючок, вводим крючок, вытягиваем рабочую нить и провязываем. Мы с вами научились выполнять вогнутый или изнаночный столбик с накидом. Прием провязывания называется за работой. Так вы можете выполнять абсолютно любой столбик, независимо от количества накидов. Обратите внимание, впереди у вас обязательно должен образоваться рубчик. С обратной стороны, с изнаночной, мы видим хорошо рубчик. В данном случае отсутствует.